Так, ребята, всем привет-привет. Я сейчас вышла в прямой эфир, чтобы быстренько вам рассказать, то есть ответить на вопрос одного человека, которая спросила, как можно получить премии и бонусы в компании Faberlic. Так вот, я вам сейчас хочу рассказать. Во-первых, у нас с вами... Всем привет, да. Во-первых, у нас с вами есть два вида бонусов. Денежные выплаты, да. Привет-привет, мои дорогие. Что это означает? У нас с вами есть для новичков программа «Быстрый старт». Вот кто только что пришел, кто только что зарегистрировался, вы можете получить премию. То есть в течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, вам нужно обязательно подтвердить любое новое звание от директора и выше два раза подряд. То есть, допустим, за 8 каталогов вы открыли статус директора, на 9 подтвердили, вам премия падает 55 тысяч русских рублей, да? К примеру, и через 6 каталогов еще подтверждение, еще одни 55 тысяч, то есть 110 тысяч рублей. Если вы не успеваете за 8 каталогов открыть директора и на 9 подтвердить, у вас будет одна премия 55 тысяч рублей вместо двух премий по 55 тысяч рублей. Да? Вот. Также у нас с вами есть маркетинг-план, в связи с которым выплаты. Да? Компания официальная, легальная, она работает с продуктом. Вот сегодня, кстати, разговаривала с женщиной по телефону, она мне звонила, мы как раз гуляли пешочком. Я, кстати, сегодня 5992 шага сделала. Чуть-чуть не дотянула, да, половинку не дотянула до 10 тысяч, до нормы. Вот, так вот, что хочется сказать про это, да? Она спросила, обязательно что-то покупать, еще что-то. Ребят, у нас компания белая, легальная, мы не продаем площадки. У нас на нормальном, обычном, привет-привет всем, на нормальном, обычном, востребованном продукте бизнес. Нормальный, обычный, востребованный продукт. Мы не продаем площадки, мы не торгуем, не знаю, там какой-нибудь ерундой, да, ненужной. Мы торгуем именно продуктами первой необходимости. Да, вот, поэтому тут надо дать понять всем, да, вообще вокруг, что если вы пришли в бизнес, в какую-либо из компаний, и она вам предлагает покупать воздух, какие-то там площадки, еще какую-то ерунду, то это уже точно пирамида, да. Если же вы пришли в бизнес, и вам компания дает широкий ассортимент, который производится на собственном заводе, на собственных двух заводах, да, тогда вы должны понимать, что это легальная белая компания, и вас тут не обманут, и выплаты прозрачные и белые, да. Так вот, у нас с вами есть маркетинг-план, согласно по которому идут выплаты. Эти выплаты, они идут ежекаталожно. Каждый каталог 18 раз в году. Да? У нас с вами каталог идет 3 недели. Так вот, помимо этих основных выплат, у нас с вами есть и программа «Быстрый старт», о которой я говорила. Да? То есть, пока вы растете по карьерной лестнице, вы получаете эти деньги, вы зарабатываете эти деньги за свою структуру. Например, 60 человек пришли к вам в команду, да, которых вы нашли, они у вас сделали заказ, ну, например, на 4000 рублей каждый. Вам компания за это выплатит 40 тысяч рублей, если не брать пример маркетинговую разницу, да. То есть, когда вы ходите в магазин, да, когда вы ходите в магазин, вам никто за это не платит, а тут вам платят. То есть, продукты первой необходимости, которые приносят вам еще и доход. Пол вы все равно моете, белье вы все равно стираете, посуду моете, губки красите, да, глазки красите, голову красите и так далее. Да. Шампунь нужен, гель для душа нужен, да, то есть и так далее. Да, то есть это можно не перечислять, да, то будет слишком нудно, потому что у нас длиннющий ассортимент. Есть даже детская одежда, обувь и так далее. Вот, значит, далее, еще в компании Faberlic, помимо основных выплат и помимо программы «Быстрый старт», есть еще программа «Квалификационные бонусы». А квалификационный бонус говорит о том, что если вы пришли и набрали товарооборот примерно от 265 тысяч рублей
до 300 тысяч рублей, да, то у вас будет премия. Премия за директора. Да, это компания Faberlic, которая 22 года на рынке. Самая-самая надежная компания, быстро развивающаяся. Вот, ну что ж, мы о компании уже с вами разговаривали, да, кто помнит, новые подписчики, кто не знает, да, о компании, конечно, извиняйте, я потом позже проведу еще один прямой эфир, или вы можете подписаться на мой YouTube-канал «Шапки профиля» этого, да, и там на YouTube пройдете и увидите огромное количество обучающих роликов, я уже более 5 лет в компании Faberlic. Вот, и смотрите, значит, что у нас с вами получается. Что такое квалификационный бонус? Это единовременные выплаты за то, что вы подтверждаете какой-либо свой директорский статус. А директорских статусов у нас с вами целая огромная карьерная лестница, да. Начиная от уровня директора, потом идет старший директор, серебряный директор, золотой директор, рубиновый, бриллиантовый, элитный, национальный, старший национальный и так далее, и так далее. Я сейчас в статусе партнера. Это говорит о том, что у меня 24 директора в первом моей линии и более 300 директоров у меня в глубину, да, то есть с помощью нашего проекта Faberlic Online у нас идет огромное развитие команды, широкий, как бы за счет широкого ассортимента у нас с вами 24 страны сейчас на данный момент в нашей структуре, в нашей команде. А почему так мало стран? Потому что, ну, грубо говоря, я очень мало и плохо учила немецкий язык, да, в школе нам преподавали немецкий язык. В общем, это связано с языковым барьером. Кто знает хорошо языки разных стран, то у них, конечно, география в структуре шире, потому что они могут работать с кем захотят. Да, то есть у меня есть барьер языковой. Дальше, значит, давайте с вами что еще посмотрим. Если вы открыли уровень директора, да, и мы сейчас просто с вами говорим про квалификационные бонусы без бонусов «Быстрый старт». Да-да-да, всем привет, кто только что зашел. Вы получаете за подтверждение 55 тысяч русских рублей или 22 тысячи гривен, или 275 тысяч тенге. Да, и так далее. Да, Молдова, Беларусь, Таджикистан, Киргизия, страны ЕС, все это есть у нас. Да, все эти таблички есть. Вот, за серебряный директор, за серебряного директора, да, это я отвечаю на вопрос, получаете 110 тысяч русских рублей или 44 тысячи гривен или 550 тысяч тенге, да, вот, и так далее. То есть чем выше ваш статус, тем больше вам платится единовременных квалификационных бонусов, да, и я думаю, это шикарно. Вот, то есть и еще в компании Faberlic есть бонус материнства и усыновления для мамочек, которые не менее 8 каталогов подряд на 15%. То есть товарооборот 1500 баллов. То есть это половина статуса уровня директор. 8 каталогов, да. То есть и таким мамочкам платится за год за одного ребенка 28 тысяч 500 рублей, то есть по 1500 в каталог 18 раз в год. Если за второго ребеночка, то 3 тысячи в каталог, это 57 тысяч рублей в год. То есть такая вот поддержка мамочкам от компании Faberlic, те, кто уже зарегистрирован, работает, и у них уже есть открытый ИП. Далее, что у нас с вами идет, это бонус стабильности, это тоже бонусы, да, вот девушка мне задавала вопрос, я вышла по-быстренькому рассказать. Бонус стабильности платится для VIP-консультантов, которые выше уровня директора. То есть нам с вами нужно открыть, допустим, этот же статус директора, сохранять закрепленное звание, и каждые 8 каталогов мы с вами будем получать бонус за то, что мы не растем, но и не падаем, ни в коем случае не падаем. Привет, привет, все мои дорогие. Значит, что у нас получается? Самый максимальный бонус — это 44 тысячи рублей в год. То есть я получаю сейчас на данный момент 22 тысячи раз в полгода за то, что я не расту и не падаю. Да, грубо говоря, расти мы растем, но не падаем. Далее у нас с вами еще есть один бонус. Да, он выплачивается с уровня бриллиантового директора. Бриллиантовый директор – это человек, который помог 6 людям стать директорами. Да, вот. А директор – это 60 человек по 50 баллов, то есть по 4 тысячи рублей. Грубо говоря, чтобы вы не запутались, чтобы вам было понятно, да, структура. Вот, значит, бонус развития выплачивается бриллиантовым директорам и выше. А, вот
вы получаете премию, да, за статус директора. Вы получили эту премию за статус директора. Что у вас с вами, у нас с вами получается? Вы получаете 55 тысяч, да, русских рублей или 1000 евро, да, в эквивалент на страны ЕС, к примеру. И вот если у вас уже 6 директоров, вы бонус подтвердили, под вами тоже открываются директора. И вот за каждого директора вы тоже получаете, за то, что он подтвердился, 30%. Прошлый раз, в прошлом году, это выплачивается раз в год, мне пришла выплата бонуса развития, обратите внимание на него, да, почему вообще нужно поскорее стать бриллиантом, именно бриллиантом компании Faberlic, чтобы собирать все плюшки и все деньги себе, да, плюшки, финти, флюшки, хотела сказать. Да, это мы так с девчонками разговариваем друг, да, между собой, с директорами, да, прикалываемся, сидим в чате директоров. Вот. 30% от суммы всех квалификационных бонусов, да, что выходит? Мы последний раз получили более 600 тысяч русских рублей только бонусом, да, помимо всех премий и помимо выплат за структуру. Я не знаю, сколько я в этом году получу, да, то есть, но в прошлом году это было просто неимоверно круто, и я вам могу сказать, что это просто огонь, да, такая вот выплата, да, крутая такая вот выплата приходит, это платится всем, да, то есть, и смотрите, ребят, очень многие говорят, я запутался в маркетинг-плане Faberlic. Смотрите, значит, давайте с вами разберемся, за что платит вообще компания. Компания платит за товарооборот. Угу. То есть 60 человек по 50 баллов. 50 баллов это примерно, да, 4000 рублей. То есть от 2 до 7,5 я беру серединку 4000 рублей. А 60 человек по 4000 рублей. Вы директор. Если у вас, допустим, 6 команд, по 60 человек, которые делают заказы на 4000 рублей, вы бриллиантовый директор. Угу. Бриллиантовый директор, допустим, получает квалификационный бонус за подтверждение 330 тысяч русских рублей и примерно 1300 в каталог зарабатывает. Да? Просто поставьте мне плюсики, просто я вам рассказываю или нет. Да? То есть, если знать, куда вы идете, зачем вы идете, то маркетинг-план, он становится легким и он становится понятным. Он реально становится понятным. Открываете, допустим, сначала 3 первых линии, запускаете рекламу, запускаете контекст, запускаете таргетинг, запускаете автоворонки, да, то есть запускаете свой бренд потихоньку, начинаете писать посты, ходите на нормальные фотосессии, снимаете видеоролики, спасибо за обратную связь и так далее. То есть что получается? Получается это все, ребят, реально просто, да, то есть вы приходите, вас всему обучают, и все у вас в порядке, да. Самое главное это умение обучаться и не лениться, вот и все. Ну, я недавно в посте с хирургом, да, кто читал пост, недавно сравнивала, да, с хирургом. Вот, работа, самое главное, что вы должны знать, белая, легальная, официальная, доход только на расчетный счет в банке. Угу. Вот, а там уже с банка вы решаете, куда переводить денежки, на карточку или ходить снимать, то есть как вам будет удобно. Вот, далее, что мы с вами посмотрим, да, то есть и потом, когда после, да, после регистрации вы проходите обучение, запускаете рекрутирование, рекрутируете людей, рекрутинг это приглашение людей в свою команду, кто-то вам отказывает, кто-то к вам приходит, и постепенно у вас собираются лидеры и покупатели. Вы всем подряд рассказываете о том, что вы можете их обеспечить нормальным обучением, их и их будущую команду, да, очень много людей боятся расти, потому что они думают, что их обучат, а как они будут обучать свою команду. Так вот, у нас обучение для всех едино, оно у нас дублицируемое. Вы пришли, вам открыли обучение, вы начали работать, у вас начало получаться, к вам начали люди приходить в команду. Этим людям вы открываете то же самое обучение, которое когда-то открыли мы. То есть и вот таким вот образом получается все легко и все просто, ребят, да. То есть, я думаю, я сполна ответила на вопрос, как получить квалификационный бонус, как получить премию от компании Faberlic. У нас премии, получается, быстрый старт, раз премия, квалификационные бонусы, два премия. Далее, значит, бонус материнства усыновления, три премия, да, всем привет. И бонус стабильности Faberlic, четыре премия, и бонус развития, пять премий. У нас с вами пять видов премий. И точка, да, то есть путаться, ребят, реально негде. Угу.
Вот, поэтому не переживайте, если вам что-то кажется непонятным, есть телефон, есть наставник, берете телефон, звоните, да, то есть Viber, WhatsApp, Telegram, сотовая связь, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram, везде можно звонить. А что за программа, скажите, пожалуйста, какая, Лариса, программа? Именно какая программа? Программа у нас, компания Faberlic, она не делает лизинг, да, там на машины, на квартиры, да, то есть она именно дает деньгами. То есть эти деньги вы можете потратить, допустим, не только на машину, да, эту премию, но и на свои нужды, которые вам именно нужны. Может, вы хотите ноутбук купить, зачем вам машина, да, но у вас уже есть, к примеру, да, вот таким вот образом. Вот, поэтому, если вопросов нет, все, я вам все рассказала. Будьте счастливы, растите уверенно. Кто не зарегистрирован, регистрируйтесь, пробуйте. Да, то есть у нас 18 зарплат в году, стаж как у ИП, зарплата белая, доход всегда растущий, если работать. До уровня директора вы зарабатываете от 3 до 23 процентов в зависимости от товара вашей группы. А с уровня директора вы уже получаете дополнительно до 5% с товарооборота ваших директоров. И все. Ваши директора зарабатывают деньги, сидят дома, через интернет работают, да? Вы зарабатываете деньги, сидите дома, через интернет работаете. И все будет хорошо, все будет здорово. Ну все, всем пока-пока. Я думаю, я вышла, ответила на ваш вопрос, мои дорогие. И, конечно, спасибо огромное за ваши вопросы. Очень классно, очень интересно, очень увлекательно на них отвечать. Я вообще люблю порассуждать. Да-да, всем пока-пока. С вами была Аня Кононова.